Здравствуйте! Наступила всеми любимая пятница, и пора подумать, как же провести свои выходные. Я, Юлия Север, предлагаю отправиться вам в театр. О ближайших спектаклях в нашей афише. «Пока она умирала». Спектакль с таким названием ждет зрителей театра имени Горького 11 апреля. Чудесная, добрая, красивая, трогательная история о роли его величества случая в нашей жизни вряд ли оставит кого-то равнодушным. Главная героиня чувствует скорое приближение смерти своей матери. И для ее спокойствия она выдает по ошибке попавшего к ним в дом мужчину за своего давнего поклонника. На эту авантюру она решается только лишь потому, чтобы успокоить свою мать. Однако судьба любит делать сюрпризы. 11 апреля на сцене Самарской площади «Женитьба». Комедия по Гоголю. Вполне успешный чиновник в расцвете сил никак не решается обзавестись семьей. Вроде бы и время давно пришло. Только вот сама процедура смотрин, ухаживания, сватовства и женитьбы пугает. Близкий друг берется за дело, и вроде бы все удачно складывается. И невеста хороша, и конкурентов обскакали, и уж объявлено о венчании. Но слишком хорошо тоже нехорошо. Поэтому история приобретает неожиданный поворот. Не пропустите в эту субботу. Театр кукол приглашает своих юных зрителей на спектакль с говорящим за себя названием «Little Mouse» или «Сказка про полевую мышку, которая хотела стать настоящей леди». Героиня истории – простая, глупенькая полевая мышка, миссис Маус, захотевшая выйти замуж за настоящего благородного джентльмена. Будет ли свадьба, сможете узнать 12 апреля в Театре кукол. На сегодня все. Я вам желаю ярких выходных и прощаюсь с вами до следующей пятницы.